Константин Генич и Георгий Черданцев с вами будут сегодня смотреть этот матч. Всем привет и хорошей игры сегодня. Мы видим состав команды хозяев. В обороне команда явно отсиживается. Левандовски бьет. Судья показывает, что будет угловой. Подали мяч с углового в центр штрафной. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Налдо. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Хороший прессинг, и забирают они мяч себе. Отличное решение Тони Кросса. Асенсио. Асенсио. Тони Кросс. Ракитич. Тони Кросс. Да! Отлично вратарь играет, тащит он сложнейший мяч. Молодчина голкипер, выручает свою команду. Самое скопление игроков, угловой подан. Это аут. Давид Алаба. Маркиниус. Плохо сыграно, мяч потерян. Адриан Рабьё. Мяч вперед идет к чужим воротам. Ди Мария, навес. Выбивает вратарь мяч после навеса. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Талисо. Атака продолжится через фланг. Так, свисток мы слышали. А что дальше? Какое решение примет арбитр? Тони Кросс получает желтую. Хорошая позиция для подачи в чужую штрафную. На коротке разыграно. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Талисо. Подавай! Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Спорить тут никто не будет, чистая желтая. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И через край пошла. Он накручивает соперников одного за другим. Ди Мария на ближнюю подача. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встречи. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. 1-0 в нашей игре. Goal for the visitors. Number 9, Ангел Ди Мария. С мячом Антуан Гризман. Не прошел удар за Дембеле. Сейчас надо сравнивать. Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Нужно бить по воротам. Это мимо.
Роберт Левандовский. Тони Кросс. Ракитич. Дембеле. Хорошее оборонительное действие. Штрафной удар. Хорошо мяч перехватили в атаке. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Контратака продолжается. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. 2-0. Отыграться теперь будет труднее. Нет, не дошел этот пас до адреса. Левандовский. Кросс. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Коман. Алисон! Удар головой и вратарь на месте. Да, он прекрасно видел момент удара и не сплоховал. Уверенно действовал в перехвате игрок. Хороший по задумке пас. Где же удар? Спасает защитник свою команду. Да, момент острейший. Вынес мяч защитник прямо с ленточки. Удар совершенно не опасный. Вратарь обязан был справляться. Антуан Гризман. Левандовский. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. И у соперника теперь мяч. Роберт Левандовский ведет своих партнеров в атаку. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Гризман. Решил пробить Антуан Гризман. И он забивает. И снова расчетливый удар прямо в притирочку. И опять бил на исполнение. Сколько он уже таких голов в этом сезоне положил, а? После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Мемфис Депай. Атака остановлена, но кто получит мяч? Гризман. Левандовский. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Это явный фол. Посмотрим, какое решение примет судья. И это желтая карточка. Похоже, не пугает его дальнее расстояние до ворот. Он решил пробить отсюда. There will be a minimum of 3 minutes of added time. Мемфис Депай. Ракитич. Роберт Левандовский. Мяч потерян. Отличный перехват. Сложный мяч. Лучше не рисковать. 2-1 после первого тайма. Об игре Антуана Гризмана. Второй тайм начался. Меньер. Жозуа Гилавоги. Силва. Талисо. Тиаго Силва. Тут может быть опасно. Это угловой. Навешивается углового Ди Мария. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. И есть вариант, куда сделать пас. Тиаго Силва. Менье. Тиаго Силва. Маркинес. Талисо.
Антуан Гризман. Вперед идет атака. Интересно может быть. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Алисо! Отлично он играет сейчас. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Дембеле. Иван Ракитич. Ракитич здорово увидел партнера впереди. Игра остановлена, штрафной. Ну что, мастерски отработал арбитр. Не забыл то нарушение, после которого он позволил продолжить атаку. И вот теперь игрок наказан. Ведь ему, кстати, было непросто принять решение за доли секунды. Арбитры тоже могут показывать свой высочайший класс вот в таких моментах. Менди. Жозуа Гилавоги. Талисо. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграно. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Мяч в аут ушел. Маркиньос. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мемфис Депай. Ди Мария. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Менье. Жозуа Гилавоги. Кома. Великолепно сыграл защитник. Иван Ракитич. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Отличное решение Тони Кросса. И это еще не конец. Может быть, атака еще продолжится. Кросс хотел отдать пас, не вышло. Кросс. Тони Кросс из тех, кто усилит атаку любой команды, но и черновой работы полузащитник не сторонится. Очень таких футболистов ценят и партнеры, и тренеры. Знают, если что, Кросс подстрахует. Защитник должен снимать. Такой навес, что он и делает. Они выигрывают и будут подавать угловок. Навешивает Ди Мария. Все правильно, выбит мяч у штрафной. Тиаго Сил. Неплохой заброс вперед. Есть удар! Эдерсон в игре, но удар не очень опасный. Вот это да, вот это прием. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. Тони Кросс. Отличное решение Тони Кросса. Жаль, затянули немного атаку и все, момент упущен. И мяч в воздухе после такого выноса. На фланге мяч, есть свободное место перед игроком. Иван Ракитич. Очень активно сейчас отправляют в атаку своих игроков болельщики. Кросс. Ракитич. Гризман! Будет гол! Казалось, что... Алексис Санчес! Жиль! Не получилось развить эту атаку. Защитники надежно сыграли. Ди Мария. Если дать этому... Бисан Бен Едер. Вратарь намертво забирает мяч. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хорошо увидел партнера впереди. Коман. И это удар.